свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Блети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернулась бы в истории. Отойдите назад в проем. Вот это мы уберите, пожалуйста. Так, Сенджикс, этого большого я забираю, второго ты забираешь. Один из локов киньте по одному коснес, второй по другому. Thank you.
Сенджик, цепляй часть пачка пака. Ну или давай я цеплю. Там слева запулила какая-то сова, бля. Блять, вы чё, ёбнулись, со всех сторон краш собрали. Кто это сделал нахуй? Бесы? Ясно. Блять, да я эту сову, я ж предупрежу, я извиняюсь, но я тут не знаю, что нажимать даже. 3 минуты он скопировал, Декс попросил сову, говорит, эрдру не надо. Я, блять, не ту кнопку нажал и пиздос. Я просто даже не успел нормально расставить вот эти кнопочки. Первый его, Андрей, не кричи, бля, пожалуйста. Да я не кричу, тут просто громко микрофон. Ты кнопки читай, прежде чем нажимать, если не знаешь. Да я ее случайно вообще нажал, я тут расставлял эти кнопочки, нажал. Большого слили после неруба. Эту кнопку вообще уберу. Я же говорю, я... Просил с Airdrop пойти, я не рассчитывал, что обухом этим будет. А у тебя что, у мага КД есть, что? Так я ж ходил первый крейт на 25. Mm. Вы ж в этот, взломан, мы в 25. Там Егор пишет, холли холл, есть фотки. А, да, есть. Где он? Сейчас я быстро кого-то дрява найду. По нарубу сыграли? Рубянский на надзиратель. А у нас стафилокок, там Андрей сейчас заходит, который конопел. Капанил, точнее. Как ты его послал? Там сказали, есть слот на него, я... Как? Ай, бля, мощно. Попридумывают ников, бля. Ну, у меня там тоже есть ники под ДК заняты, короче. Я ДК перерожду, сделаю перерождение. Он будет либо сифилис, либо оспа нахуй. Да, ты мне на X3 уже этого сифилиса пихал. Для мага, говорит. Сифилис, нормальный ник. Паша, сифилис передай. Смертные! Ваш путь закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить в обитель господина. А кто это стафилокок? Сколько пугов вообще? Да это Сулфагэд, что ли? Да сейчас вот эти люди, которые Сулфагэд, их посмотрим, кто, блядь, самый слабый, тот и до дома нахуй.
Ну да, тут либо меня терпало, либо этого, стафилокока, вот этого, которого последнего забрал, и все. Я кастрит побахну, не кастрит, кулакит побахну, наверное. А, молитву побахну. А ты его знаешь, и что ты так пишешь? Сколько пугов, кроме вот шаман и прист, и остальные все наши? Ну, не наш, короче, это... ШП, Лок, два Лока, Эршам, вроде бы, да? Хэм? И этот, Паладин. Эршам нам нахуя этот, я есть. Мы в 4 все прохилим. Ну, Мейлика можно там на лану. А короче, Декс, кого меняем? Или ты хочешь, чтобы тебя решили? Так. Кому что-то нужно вообще? А, вот смотри, сейчас что нам нужно? А, Женек. Где вообще Женек находится? Он сказал, что АФК 10 минут. Минут 7. Да, короче... Всем привет. Ну, мне, честно скажу, без разницы. Мне главное только там, где пояс кольчужный падает. Если никому не надо кольцо на вальку. А так, по факту, я могу покурить. Сам проебался, опоздал. Вот этот шаман хочет забрать мои запы. Понял, да? Вот у него 45-й, у меня 45-й. Там с гнилого, по-моему, падает. Ну, короче, Женек, пока АФКшит, залетаешь в рейд. Присуманьте, пожалуйста... И давай без этого шамана, без пуга, пускай он там сам где-то одевается. Не так захилим без него. Кого? Ну шаман вот этот пуг, он зачем? Эршам? Пятой пати, да. А кого мы тут доберем? Ну зачем кого-то добирать, кто-то зайдет. Мы и так захилим. Присуманьте еще раз, я скейт начинаю. А то выпадет запы, блять, я за ним полгода хожу. И заберет этот шаман. Пук. Декс, он еще один наш охотник из гильдии, который сел в рейде, идет. А ты хапуга, блядь, паролишь здесь. Да, я ебу, нихуя себе, блядь. Как вчера наш. Вон стрелька вошел. То есть наш уже заходит. Так что решайте. Бля, че я не могу? Я нажимаю. Здорово, Егор. Привет, блядь. А это дело не в тебе сейчас вообще, Дельпан. Ну, вы берете здесь и потом... Не понимаю. Да, ну, шаман, не в тебе дело, просто я, блядь, пидор. Ага. Да дело в тебе, Ливай, нахуй. Ливну сейчас, нахуй. Будешь одеваться, нахуй. Это не шаман, если что. На секунду. Короче, ладно, типа... Я, так, знаешь, как сделаю? Я сделаю красиво, как обычно. Рейд не мой, Декс ебашит. Все. Так, ребят, смотрите. Здорово всем. А, сейчас суммоним, бафаемся. Кто 11 не дает, тот нас покидает. А, вайпнемся на 20%. Так что ты шамана-то уберешь этого? Зачем он? Бля, мне, короче, сум не я нажимаю принять, не сумой. Я лечу сам полпути полежу. А там Женек, походу, трупом лежит. У нас Женек, да. Женек, да. Давай, кикну нахуй все. То же самое. Я, короче, уже подлетаю, извините. Вот, принять. Нихуя не идет. Я не виноват. О.
Честно говоря, я скажу честно, пиздец, пизданул. Я не хочу вайпаться на там 20%. Кто не уверен, что у нас была, ну, типа, низкая ДПС, то пускай сам ливнет и все. Ну, я не дам низкая ДПС. Мне надо. Ну, смотрите, сова у нас остается в рейде. Она нужна нам для бафа и нужна нам для БР. Ребят, вопрос такой. Есть у кого настой драконного разума я бы купил? То есть любом купить. Есть. Сколько подаешь? 100 голд. Давай. У Войда. Сколько тебе штук? Слышал, здесь стоял у входа Дианкус. Лок. Можешь подойти, пожалуйста? А что у меня? Хантом слева, справа стоит? Дай хотя бы 5 штук. У меня 4 только есть. Да, хотя бы 2. Короче. Ой, не то. Настой драконного разума, кашу. Обус, берите там, кому надо, блядь, быстрее. А, это нету. Милики. У нас декс мейнит, правильно? Да, сейчас это мне без разницы. Засуманите мне, ребят, пожалуйста. Короче, надо быстрее, потому что времени немного, надо закрыть на фул, сами сказал, что на фул не закрыли. Сейчас я перезайду, у меня что-то, видимо, все затупило. Мы на фул закрываем или как? Значит, да. У вас есть ливнул. Как опанил с левой стороны. Стрелять будет с правой. И Женек вернулся. Маните. Короче, это, слышишь, я, короче, на приста пошел в пизду, пускай этот шаман одевается. Ну, иди на приста, одень шамана. Как-нибудь в другой раз, нахуй. Даже им не ходил, я забыл. Пускай хилит, а я почилю. Давно не бил, блядь, не дамажил. Короче, босс, и все остальные, типа, ну... Видишь, заходят люди долго. Когда мы собирали УФ, почему вы не могли собирать? А сейчас там что-то начинаете. Час прошел, два прошло. Надо помочь было добрать людей с УФ, раньше стартанули бы. А не вот сидеть возмущаться. Касается каждого, кто будет возмущаться по времени. Может, нихуя не делать и сидеть возмущаться каждый может, блядь. Спасибо большое. Вот тебе с первого босса что-то нужно? Да. Пояс. Женек тебе? Мне нихуя не надо, еще место надо. Я бухал перса. Мне тоже. Не, ну тут одинаково. Все, кто сейчас в рейде, стоите дальше. Так. Женек, пока, ну, релогнись или из инста выйди, пожалуйста. Локи, поставьте шкаф. Да, быстрее берите фласки, пожалуйста. А я сам взял еще в Долоране, когда смотрю. Одну. Так, Сенджикс, ты где? Все, я за 3 не летел, а тут все. Так, у нас получается по силам Рашам. Бой, ты будешь в ШП, да? Угу. У нас минус 1 сил, значит. Либо надо спекать сову обратно в разру, либо Майлика хапала. Да, нормально прохилят. Плюс ШП будет подхиливать хилов. Мы выдержим спокойно. Так. Гевата, Капанил с левой стороны, Стрелька с правой стороны. Если кого-то из хантов берет в шип, свечайтесь. Рыба была, нет? Да, это на ФК, просто на ФК. Для детской фаски не будет. Ловец. Бля, дверь открою быстро. Мне как бы вообще ничего не надо, я могу уйти, если не нужно.
На квартальных ты понадобишься по-любому. Вот. Так, гильдейцы, отписались, если какой-то там мейнспек, офспек, если кого-то вот спекнули? Потому что я не смогу сегодня долго сидеть, и поэтому, думаю, смысла нет. Короче, я ДД фласки раздавал, я ДД не знаю, кто-то брал фласки раздавать. Могу я взять, если не понимаю. Так, все готово, вместе с Инжекс пойдем. Не раздали. Угу. А что вы упали? А, вы два танка пошли. Падали, лужу заходить. Ну, этот, точно мейлик нужен. Там шаман не вывезет, не скиллованный еще. Да там, блядь, ну, два танка точно не вывезет. Два танка, смотря сколько хп. Если бы с хипалом мы только. Да, с хипалом. Вот. Я об этом типа вот. Либо с хипалами, либо, короче, в три танка. Да. Так, все там. Ребят, ну я же говорил, мне не плохо на ХД, я могу зайти на паладина. Заходите, где надо. Не надо просто выебываться, и все, я вот так скажу. Идем, блядь, в три танка и вот лучше 5 силов. Начинайте, блядь, придумывать. Приветствую. Да хорошо тебя приветствую. Это был. Вон агрессив, спекайте в танка, и все. Это был урок. Он уже покидает, начали группу. Он строил, значит, покидает эту группу. Я могу ФДК позвать еще одну? 4-4, шея, кольцо, тыры-пыры. Все, ну, смотрите, блядь, сам забегу. Здесь, когда берите, все, парьтесь. Женек, заходи. Да, рыба пропала. Ну, сами отсеялись, видите, один вайпик всего лишь. Да похуй, пускай ходит на 8 боссов, слухая дальше, кажется. Так, я вообще добавлю, короче, себе вот этих всех, кто не на 8. А Женёк, у тебя случаем ФДГшка какого-то там нет? Хотя должна я агрессив. Прыгнешь, пожалуйста. А, у тебя нету, да? А, шнурки есть? Погоди, агрессив, у тебя же был танк спек, ты убрал себя. Давай я на вар зайду сюда. Поставьте шкалу, блядь. Я спекнусь. А, гибриду сделал. Я даже не знал, что у тебя есть. Гибриду себе сделал. Для РБКшек, что ли, гибрида себе сделал, дружище, блядь. Понятно. Все лапку, пожалуйста. А
Алгамору что, КД? Да? Ну, у меня только на медведя не КД. Но он слабенький будет. А что, у тебя нормальный лежит? Че, 24 будете? Ну а чё мы сейчас будем кого-то пуга добирать, Бутрэвен чуть позже подойдет еще. Сейчас и через буквально 5 минут зайдет. Кто-нибудь из наших еще зайдет. Буквально 5 минут добью, сейчас и зайду. Они не добьем, что ли? Не все равно, я просто спросил, если кто-то не признал. Ебать. Орехи перевешите на Фобоса лучше. Первый массейв Адам КГЗ, плюс мастер аур налет Майлика даешь. Танки разбежались. Остальные в центр комнаты. Лужи и выйдем. Приготовились боссы в центр. С центра вот немного отбежали, чтобы под клиф не попали. Рейд под боссом. Ханты можете на внешний круг встать, слишком далеко не вставайте. А, ханта разбейте. Гивала. Рома сейф Сенджикс и Фобус дай, пожалуйста. Еще раз ханта гивала. Да я один раз убью. Приготовились, разбежались танки. Рейд сбежался. Четыре секунды приготовились. Bone Storm Cast. Добивайте босса. Короче, я не понимаю, это у всех так работает попал, или у меня такой еблан отбитый? Почему он щит вешает на, блядь, на других людей, ну не на меня, нахуй? Что, как это работает, да? Блядь? Андрей, а у тебя не макро стоит какой-нибудь случайно? Ну, да, нет, у меня быстрый скилл вытянутый, понял?
Блин, гоните ДПС, пожалуйста. Макро 100. Шнурги передал. Сука, мне какой-то ублюдок не попал нахуй. Приходится через этот скрытый, через воду бросать отдельно у себя. Потому что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие. Напомню, ребят, портанись, кто не брал квест на великана. Прямо сейчас портитесь, приоберите квест на великана. Давай квест сделать после уже где-то лича, нахуй. Не, потом, да. Просто они потом, бля, забудут и будут прыгать, блядь, нет, в бою, бля, бегать. Я собираю помощников и влево их отвожу. Сенджикс. Релог, ну, спустя. Либо с правой, либо с левой стороны. Желательно с правой стороны. РДД играйте по помощникам. Милики, главное, под клиф не становитесь. Агро, пожалуйста. Он пока под сайленсом, бейте его. На Санджикса, на пуль, ой, блядь, куда ты? Дайте ему стан. И все, не парни для ретрики. Стан, блядь, там уже пизда, какой стан. Ну и вы вагоны, пиздец. Ну, 6 секунд, хуярьте, пока есть 6 секунд. Иначе пизда. Все, я побежал нахуй. После каста подойду. О, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, вы не в силах даже помыслить. Сенджикс, ты ж, блядь, опытный игрок прям. Почему так? Потому что гладиолус, бля. Дексте плюсовать или кому? Ну, либо мне, либо Фобусу. Сейчас я пока там еще. Короче, у вас три ханта, пожалуйста, сбрасывайте на пулы по КД, потому что трэш, блядь, туда-сюда, туда-сюда. У меня кто-то выкинул фокус в панели, я все уже не строю. Дайте, пожалуйста, рибафу по полдень приоритет. Рыбу ставлю, умирал. Сейчас секунду залетаю. Что, в босса играет, да? Мелики трэш разъебут или все сейчас? Ну вы на пулы давайте с ДК танчат, то бишь. Они там ЛПХ будут брать. Сейчас уверен, что лужи будут бросать. Я, короче, с Дексом не спорю. Я думаю, ШП разъебут босса и так без вас. ШП, локи. Да, ШП с локами остаетесь на боссе, а остальные в трэш. Первая слева, вторая справа. Этот, Женя, это, сзади мобу полови. Понял, хорошо.
если ты мне говорил. Гуляйте. С правой стороны активничайте, сыграйте. По девочкам. Замечательно. Бля, моба на. Контроль Фобуса. Сова, ты на контроле ветра. Mm-hmm. Самая большая твоя задача. Дайте здесь спел, пожалуйста. Пока сильно не бурстите по леди. Давайте еще один трэш убьем. Хотя нет, дали Геру мы успеваем. Просто перекидывайте. Сову за контроли. Сова сильно не навредит. Довольно. Пришла пора взять все. На пулы по Сенджиксу. Я на полу по Сенджиксу. Spirits. Мендери, Гим и Шалун Тотем. За контроль лесово. Отличный контроль. О. Сенджик, задай мне на сейф. Спирит. Луна закрыть. Spirits. Spirits. На все воля господина. Левая крайняя пушка занята. ДПС. Мы чистим трэш? Да. Будем чистить трэш. Эту и следующую пачку. Дайте ДПС следи. А ты там топ ДПС 18 000 через 17. Да, ну лучше пыль, как минимум, красиво дамажит. Не знаю, меня, если честно, вот эти души раздражают. Особенно, когда они квадратиками были.
Если бы не замутили какую-то пульсацию, понял, типа оно уйдет, вот эта пытка, вот это, понял, пульсирует. Знаешь, Андрюш, я знаю, почему тебя душу раздражает, потому что медведей ничего нету интересного, их не придумали. Не, у меня шапел самого уже есть 4Т4, который ебашит нас тысяч. Не важно. Слава богу. Понятное дело, что медведь лучше всех, он красивее, милее, всегда будет лучше всех. Медведи топ. Качки, бля, будут эти, они анимешные. Вчера вот Славе повезло, блядь, чарки попадали, одну мне не взял. Я вахуй, вообще пизда, нахуй. Я ему пишу в ПМ, долбоёб, нахуй. Я тебе, говорит, тебя не оскорблял, говорит, бабки свои привет передай, говорит. Сука. Там я не помню, что за чарка, я в подробности не вдавался, но вот это, блядь, я прям хотел её. Так я вот их две хочу, хотя бы одну, у меня не падает вообще. Ну вот это. Сенджикс, ДДС пик есть у тебя? Мы не идем на этого великана. У тебя и ДДС пик есть. Ребята. Нет. А мы идем к кораблю по. У Амура сова есть. После. Как минимум после профессора или Ланатель. Либо как рейд прям жестко устанет, то мы пойдем на челе заберем великана, а дальше уже будет понос. Ну а так после лича. Я сейчас, блядь, вам всем устану, нахуй. Всем. Все взяли джетпаки. Сенджекс есть? ДД спик или нету? Не, нету, нету. Все, тогда ты летишь на вражеский корабль. Фобус. Включишь эту ауру и на нашем корабле держишь трэшек. Я могу поддержать. В этом, в ДДшке. Декс, я в медведь же. А, ты в медведике. Ну, окей, тогда на нашем корабле будешь собирать. Все остальные дадут. По пушкам распределились. Ну смотри, перелетаешь, условно через 10 секунд после того, как бой начинается. И спамишь под босса этот, джетпак. Там уже сам смотри по стакам. А прошлые разы полностью стоял в этом? Ну, полностью можно постоять. Пала, правда, нет. Так, на вражеский корабль перелетаешь Мендери, Ону. Вместе с нами, и там остаемся. Ну там Сенджи, кстати, уже прям видишь, что не просили вот так озвучить, типа надо в кинуть хаки, да, если это тоже. Ну, это два хила с нами полетят. 5, 4, 3, 2, 1. Ты хилишь корабль с Мурадином. Рейд перелетаем. Два хила, которых называл, тоже перелетают. Хилите танка. Я не лосую. И остаетесь также на нашем корабле. Все, зачистили весь трэш. Отдавляй ему минус скорость. Бля, мне что-то кто-то говорил, или я проебался?
Уже клинит башка на. Пехота, сержанты, мортирщики, нахуй, нихуя он тараторит, нахуй. Там на мародении агра много, кому скучно, можете побить его. Это была честная PvP вообще-то. 4, 3, 2, 1. Ух ты, за 6 стаков спокойно должен. Не открывайте сундук. Ну-ка, что там я на кораблях дал? Ты заебешь, что? Да сука, рекаунта нет. Так поставь ДТЛ. Ебать. Ну если у тебя с рекаунта FPS падает, поставь ДТЛ. Вдруг с него тоже падать будет. Я боюсь, блядь. Три кнопки нажимать надо. Ты знаешь, сколько я сейчас кнопок нажимал, нахуй? Одну? Много. Хуя, это что, две БУЕшки упало, да? Да. Там есть, нету? Я задрал. Сейчас передам. Есть еда у кого на ману, блядь? Магов нету, что, запускай, времени. Запускай сразу. А, у меня есть, нормально. Нет, на минуточку. Так. Гламур, ты же в мишке, да? Да. Ой, ни одного мага нет. Да, ребахните кулак хантам, пожалуйста. И да, кому еду и дать? Быстренько бахнем. А все, у меня есть. Герои, будьте начеку. Это только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Только я не помню, когда там забирать надо, если честно. Ну, тебе ДБМ скажет, если он у тебя есть. А если нет, то я скажу. Я первый тогда держу. Да. Ты агро больше наберешь. Угу. Дальше легче будет. На, Слав, тебе до хлеба ППС. Тотемчик. Нормально. Бля, то какие-то... Прибавляет. То духи, то какая-то хуета, пиздос. Геру. Собирай. Показывает ДБМ тебе? Да. Завелись.
Но выбор зовут, ребят. Забирай. Забирай. Забрал, забрал, на мне он висит. Мне показывает, что на мне. Нет, ты смотри, сколько у тебя аград, ты понял, если 100%, знаешь, что тебе. Угу, отдай свои сейвы, массы. Не стесняйся. А с деревца снимите моба. ДПС. 20 каусов. Можешь линкануть, пожалуйста. На третьем месте. Что-то с этой, блядь, палкой хуже стало, нахуй. Хороним тебя, как подобает. В Награнде, рядом с матерью. Скажите, как откроете портал? Помните о чести, герои. Пушка, заходи. Жестока не была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Она побудка посыпает. Блять, вот это скидывание бафов, нахуй, я просто в рот ебал, нахуй. Ебланы, блять. Я чувствую, как король лич наблюдает за нами. Ну все бафы, нахуй, скидывают, даже рыбу, нахуй. Вообще пиздец. Дичь ебаная. Все, проснулись, Вальку нахуй ловим. Ты что, после каждого босса так чешу нахуй? А хуй знает, после Эвэй, да? Почти после каждого, да, мы там в прошлый раз рыбу жрали, блядь, каждые 5 минут. Короче, суть в чем, короче, насколько я знаю. На X5 Мактеридона не могли убивать. Дохуя ДКшников брали и вейдили босса, вот как трэш агрили. Вот. Тем самым скидывали КД. Создавали армию зомби и заливали трэш. Лол, нахуй. Уёбки, сука. Так, ну просто не ебать пацана бан и всё. Да. Не, проще нахуй сделать, чтобы все страдали, блядь. Так оно и спором выходит, все что только можно делать, блядь. Да, там вроде бы медведь форму, да, теряет? Да, да, да. Сейчас кайфу. Я помню, тип стоял, танчил, попил, выкинул, он ёбнул. А зачем? По поводу крови, что в итоге? Пускай залетает. Честно, почему? Один человек на замену. Тухлый плюс миломок. Я могу на замену? Все, Ахиса.
Кто-то бафы скинулось, только я еще и умер в придачу, бля, что за хуйня? Слабо играешь, получается? Да пизда нахуй. Хорошо. Дашь ассиста потом апатии ему, да? По Сенджиксу. Раньше, чтобы скинуть бафы, надо было умереть. Теперь они просто скидываются. Доброй охоты. Ну не после каждого тут босса, тут тоже как-то странно. А бой на инст это вообще божественная вещь, нахуй. Челики, бля, телепорт не могут нажать. Это типа ДК покупать, это чешон? Да. У нас слоффая нету, да, никого на эту шутку, потом не неди там еще. Что-то не так. Тебя, Андрюха, не слышно практически. Да я сижу, блядь, далеко. Говорю тихо. Ногой играешь? Да. Сила. Ну, просто руки 2 метра, блядь. Ты ж не на медведе вроде, там можно и ногой. Он глазом хлопает, у него хуяк перс исполняет. А есть у кого Джилс? Ну, перед боссом поставить, если есть. Так. Первый. На первое истребление ловец снов и газ в пол. Гимны на ХП. Ленточку рольте. Давай, похуй. Бас на войда ролил. Базу отдаем. Агрите следующего. Ловец, Газпол, первый гимн отдаете. Далее Сенджекс плюс Мендри. Если вы даете. Если дойдет до третьего, то мы лохи. Так что не должно дойти до третьего. А общий сколько был? Мне, кстати, не показывало. 330. Ну, нормально. Ловушку. Да, придите сюда. Сейчас он дал кого. Жаку ест. Ружье упало. Есть Джилс у кого? Поставьте, пожалуйста.
И стрелка БЕшка упала. Сумонить. Поставь, пожалуйста, сундук туда, если там рейдер возьмет. Поставил. Тут Дживс, Дрейк. Где Дживс? Ну, возле медведя. Ну, спасибо. А, как вы засуманите, пожалуйста, Локи, поставьте шкаф. Явно бафов не хватает. Там есть фласки на медведя? Бля, что-то АП не хватает. Кулаки, что ли, говёные бафы, похоже, да? Просто я смотрю на первую группу, напихали сраных гоблинов и нежить. Ни одного эридара, ничего не дали. Пиздец. Нежить, эндилар у вас есть? Да еще и этот. Зандалара можно тоже. Зандалар у вас есть? Не, я вообще так добавил, скажем. Вот вам. Все, готовы? Так, чек. В двух словах скажи, что делать. Все сбегаемся под босса. Лутаем 2-3 стака. Все. Разбежались, херачим. Зашли под босса, отдали керу. Так, а мне что забрать на скрипке? Сенджекс, так же, как в обычке? Сенджекс даешь массейв. И майлик. Даешь ауру на тьму и мастер на тьму. Гера сразу с пула будет, извиняюсь, не понимаю. Да, Гера будет сразу с пула. Фобус, держишь третью ауру. Припотик дайте выпить. На пулу в Сенджекса. Вот он и приходит. Да. Под конец споры, да, поближе, чтобы на танках были. Как минимум две споры на всех должны быть. Сошлись по боссу. Разбежались. Дали массейвы. Ренжу между друг другом 8 метров. Это касается РДД. Милики обратно. Сейчас убейте босса. Если в себе не уверены, близстоящую спору увидели, сошлись, полутали третий стак. Четыре человека. Кто-то ренджу из вас не держал. Так можете стоять. Двух стаков достаточно будет. Майлик, мастер аур, сколько кулдаун? Одна минута. Поменяйтесь, пожалуйста, с Фобосом аурами. Тьмы и этого. Вот, под едкую гниль Фобоса дашь, пожалуйста, мастер. Тьмы. Приготовились, едкая гниль, дали какие-то свои сейвы. Хорошо. Вам забирай. Сенджикс, если будет откатиться этот, а уешь массейв, можешь его сдавать. Сова. Дай, пожалуйста, по Мендри, Инор.
ДКшнику кровь, да? А, кровь рок-н-роллу. Чё там ДПС? Слабо, слабо, слабо. Ничего. Блядь, я опять поезд не упал. Кровь его не упал. После профа будет какой-то перекур, типа там? Нет. А, это кто говорит? Янгус. Ок. А, смотри. После профа, там, не знаю, по одному, по два человека.